Всем привет! Ну что ж, вот на этом этапе я немножко прокомментирую, что же я сегодня буду делать. А сегодня я делаю холодец из курицы и одной свиной ножки. У меня из расчета на 2 килограмма мяса, а именно полкило у меня ножка свиная и где-то 1,5 килограмма курица. Как вы увидели, она у меня одна белая, другая желтая, одна магазинная, другая домашняя. Но это не имеет значения. У меня, как говорится, что было, то и применила. Что ж, мясо я помыла, сложила в кастрюлю, залила холодной водой на 1,5 часа. Затем я эту воду слила, и вот у меня 4-литровая кастрюля, в ней 3 литра воды, и все остальное это мясо. Сейчас я поставила на плиту и довожу до кипения. Заметьте, до кипения. Это происходит вот таким образом. Немножко выходят пузырьки воздуха, но ни в коем случае не кипит. Эту воду я уже сливать не буду. И буду готовить мясо, предварительно убрав всю пенку, собрав, которая собралась, на протяжении 3 часов. Затем я буду закладывать овощи, репчатый лук, морковь, немного подсолю, добавлю перчик чили, это на ваше усмотрение, а немножко совсем, и лавровый лист, и буду готовить еще 1,5 часа. И тем временем я буду разводить желатин, 25 грамм желатина, вот такой обычный желатин, 25 грамм, где-то на 150 грамм холодной воды. Он постоит у меня полчаса, и затем я достану все мясо, овощи, добавлю желатин уже в готовый наш холодец. И доведу таким же образом до кипения. Выключаем мясо, разбираем, раскладываем в посуду, добавляем чесночок и заливаем нашим бульоном. Вот и все. Наш холодец будет готов. Ну что ж, смотрите дальше. Приятного просмотра. Ну и, конечно же, до встречи. Пока.